Привет, народ! Цивилизация наша, в принципе, уже довольно-таки неплохо разрослась. Конечно, с точки зрения военной, мы вообще полные нубы. Очень мало у нас военных сил. А точнее, если быть, у нас их всего две. Старые устаревшие мечники и более-менее, ну, близкие к совершенному, к совершенным технологиям, это аркебузинеры. Аркебузы, да, аркебузиры, вот так правильнее будет. То есть у меня вот строится сейчас второй отряд, вот, и я думаю этот отряд опять же отправить в сторону Ярославля, поскольку здесь, как вы видите, засилье варваров идет. Не очень хорошо, но я думаю, мы с ними справимся. Сильная экономика позволит создать сильную армию. Все-таки это лучше, чем сильная армия и слабая экономика. Поскольку сильная армия рано или поздно сразу же похереет, если экономику не развивать. А мы в основном развиваем только экономику. Так, ну что, куда мы тут плывем? Дальше. Кораблики наши. Продолжаем плыть и исследовать Африку, а там уже Европа, Индия и все остальные государства. Так. Я понимаю, так, вы, наверное, просто опасаетесь, что вас захватят. Давайте-ка их просто подвинем в город, да, ненадолго. Спасем. И потом, когда добьем здесь варварских дикарей, здесь добьем арбалетчиков, и я думаю, они тогда смогут спокойненько создать здесь плантацию, поскольку эти гады... А, вот же тут еще один варварский... Варварский лагерь. Сюда мы тоже отправим аркебузиров своих. Нарезные стволы у нас еще не готовы, поэтому будем пользоваться этими войсками. Золото. Золото прибавляется по 52. Это при том, что у нас работает только 3 каравана. И то эти караваны перевозят только технологии и пищу. Нету торговых таких, которые бы перевозили золото. Но у нас... идет все равно, можно сказать, доход неплохой. Да, 18 монет мы все равно получаем от торговых путей. Так, здесь у меня разведчики восстанавливаются, и тут государства воюют друг с дружкой. Интересно. Кстати, мы как раз уже на Нет, это не Филиппинские острова. Это... территория Новой Зеландии. Рядом, по крайней мере. Отличненько. Давайте добьем. Смотрите, здесь появился еще один отряд. Но у нас есть все шансы его разбить. Так, давайте вмажем. Так, и победа. Ну, тут сделаем полную победу. Отличненько. Так, этих подождем. И у нас готов еще один отряд. Давайте его отправим на помощь нашим первым аркебузинирам. Вот. Так. И строительство в Москве. Так, два мы построили отряда. Ну, тогда можно построить здесь будет банк. Или караван-сарай. Давайте караван-сарай построим. Потому что плохо-плохо у нас пока. Для меня это очень мало. 48 монет в плюсе быть. По соточке, вот это нормально, вот это сильная экономика. А так, пока слабы. Африка, смотрите как, да? Неплохо тут. Страны. Прям все возле воды. Просто супер. Будет у нас военное сражение рано или поздно. Связано так или иначе с водой. Но с персами придется воевать сухопутную. Поскольку они находятся рядом с моими землями. Так, что ты? Предложить хочешь что-то? Нет. Рядом с моими землями у них тут есть неплохие такие улучшения в городе. Я думаю, Персиполис мы обязательно захватим. Остальные города можно и уничтожить. Вот, например, вот здесь. Они мне вряд ли понадобятся. А вот столицы городов
своих соседей и предположительно противников обязательно будем захватывать, поскольку там наиболее сосредоточены сильные ресурсы и производство. До акустики, как вы видите, осталось один, ну, уже один ход. Мы получим культуру на клетках с вырубкой красного дерева на плюс 2. Так, круто. И здесь у нас сбежали аркебузиеры эти, блин. Давайте подвинем, увидим их. И на перерез. Так, они, скорее всего, уйдут на воду. А мы их здесь тоже перекроем. Вот так. Все по красоте. Персия. Нет, заберем себе. Строители нам пригодятся. И вот здесь потопим. Нет, не получилось потопить. Жаль. Давайте вот сюда своих строителей. Дальше строить плантацию. Всего лишь 3 хода осталось. Ростов. Ростов, что бы нам у тебя здесь построить? Караван-сарай давайте построим. А то у нас здесь есть, что, чего применять. Так, рационализм. Ух ты, давайте примем. Рационализм обязательно. Отлично. Будем развивать эту ветку. Очень полезная. Так, плывем. Вот гады развились как, да? Что, ну, Иерусалим нашли. Что даже заплыть к ним уже невозможно, поскольку они вон как раскинули свои сети. Так, ну ладно, следующий ход. Посмотрим, что нам выкинут варварские аркебузиры. Но я надеюсь, они не пойдут на воду, поскольку я очень хочу на них сейчас напасть и разбить. Иначе они будут тут бегать по земле, а нафиг мне вообще не нужны. Так. Галерея Уфиции. Хорошо. Кстати, Рославль растет в правильную сторону. Да вина здесь зарос. Может быть, и к этому вину он тоже подвинется. Было бы классно. Но далековато, далековато все-таки. Две клетки еще. Дядана говорит, редкие ресурсы. Нет, ни с кем делиться я не собираюсь. Это плохо. Да иди ты вы. Договор об обследованиях. Так, интересно. Золота у него мало, да? Договор о исследованиях. Интересно, какие мы... Ну, давайте. Давайте. Хорошо. Обменяемся. Надеюсь, равнозначные будут у нас исследования, поскольку не хочу менять веник какой-то на отличный броник, если так сравнивать. Совсем не хочу. Надеюсь, исследования у нас получатся равнозначные. Давай, двигай вот сюда. Варвар, но только не в воду. Все, отлично, он решил напасть. Красавец. Под громовый рык рогов и труп воинственных он повелел поднять свою могучую хоруквь. Отлично, Орган. Тем самым открыл нам путь на уничтожение данного отряда. Победа. Давайте так сперва сделаем. Красиво. И добьем. Все. Решили проблему с местными варварами. Так, этих. Смотрите, гады. Отняли все-таки. Но, увы, вам не повезло. Здесь мои красавцы. Так, что? Работать сюда идем. И плывем. Так, проект Санкт-Петербург, гильдия музыкантов. Смотрите-ка,
Ну, я даже не знаю. Стоит ли их здесь строить? Потому что в Питере у меня, в принципе, уже есть много чего интересного построенного. Вот, амфитеатр есть здесь. Фабрики без народа. В общем, девать некуда. Наверное, мы их построим в Москве. Но здесь тогда будем строить... Так, опера, жандармерия, арена, цирк. Давайте построим цирк. Пусть люди радуются. Так, отлично, плывем дальше. Исследуем потихоньку. Так, все, закончили? Да нет, не закончили плантацию еще. Работаем. Не дают варвары достроить. Сволочи такие. Мне получается, здесь уже три жителя, а они все еще не развиты. О, Будапешт как вмазал-то. Османская. Скоро побьет их. Если Османская империя не уплывет сейчас. Что-то не поделили. Кстати, Будапешт это отдельное, по-моему, государство, мини-государство. И их, походу, захватили себе кельты. Прикольно. Кельты, да. Аркебузиры уже есть. Тут даже есть великий полководец. Ну, просто супер. Только почему-то кельты, смотрите, до конца еще не развиты, да? В новое время не вступили. Хорошо. Это плюс. Так, Сингапур перестал с нами дружить. Ничего, мы потом завоюем вас рано или поздно. Ну, все отлично. Так, давайте, что вам сделать? Пусть будет медик. И вас сюда выдвигаем. Мечников восстанавливаем. И эти, да, строят здесь. Эти тоже строят плантацию. И дорогу сейчас проложим. Ярославлем. Ярославль, ну чтоб тебе построить банк? Нет, святилище построим. Всего лишь два хода, быстро. Так, рабочие. Вот сюда надо бежать. Вот так. Иди. Так, так, вот сюда. И последний отряд будет строить здесь. Отличненько. Так, выдвигаем наших пацанов. И здесь у нас почти восстановились, да? Но лучники их бьют. Ладно, двигаем. Останавливаемся. Следующий ход. Не получилось. Тогда ладно, дальше исследуем. Вот, наконец-то мы полностью открыли Южную Америку. И теперь, думаю, надо отправить кораблик. Ладно, со следующего хода его на авторазведку отправим. Пусть занимается исследованием земель. Так, один ход здесь, и здесь один тоже ход. И цирк один ход. Вообще классно. В Новгороде потихонечку двигаемся к строительству фабрики. На строительство фабрики, если я не ошибаюсь, тратится уголь. Но у нас еще есть в запасе целых три. Надо будет где-то еще одну угольную шахту найти. Так, вот здесь у Сингапура рядом есть. И здесь есть, возле Брюсселя. Но Брюссель, я смотрю, нет, не дотянется. Здесь надо отдельный город строить. Так, где же еще тут я видел? А, вот.
принципе, здесь есть золото, железо и уголь. Угу. Но вот здесь было бы развитие побыстрее, поскольку пшеница здесь рядышком. Да и коровки недалеко. Так-так. Вот сюда, блин. Ради одного угля тащить целый город, создавать как-то не очень хочется. Эх. Всего лишь одна шахта. Так, ну что, друг, давай я тебя... Так, нет, этот мы нормально поплывем. Дальше по берегу. Гады-то стоят прямо на этом, смотрите. На руинах. А, Москва. Гильдия музыкантов. Так, фабрика, опера. Блин, даже не знаю. Обеспечить очка людей для появления великого музыканта. Добавьте до 2 специалистов в эту... к этому зданию, чтобы повысить культурный уровень и ускорить процесс возникновения великого музыканта. Так, нет, не будем пока. Ветряная мельница нам нужна. Да, а то что-то у нас с производством не ахти. Очень медленно. Даже в Питере строится все гораздо быстрее. Так, арену здесь построим. В Ростове. Тоже можно гильдию тогда построить музыкантов. Но пока не надо. Давайте. Так, гавань. Да, гавань пусть будет. Здесь у нас товарищи-разведчики восстановились. Поэтому пойдем посмотрим. О, блин. Здесь гады. Арбалетчики застряли. Ну ладно. Не страшно. Так, а чем устали? Давай-ка вот так сделаем. Эти через воду решили пойти, я так понял. Ладно, хорошо. Так, пропускаем ход. И здесь мы отправляем на авторазведку. Пусть занимается сам, самостоятельно, без нашего участия. А мы тем временем следующий ход организуем. Харсан город, смотрите-ка, разрастается. В сторону овец идет. Здесь захватил трюфели. О, прикольно. Побили варваров, остались рабочие. Теперь ему осталось-то захватить рабочих. Так, а мне двигать войска в эту сторону, поскольку здесь еще один варварский отряд засел. С ним надо расправиться. Это было бы замечательно. Вот то, что нет дороги, поэтому здесь все и встали. Вот в объезд все пошли по воде. А ты консидерандум. Так, в этом... Угу. Давайте сотрудничать. Жалко, что ли. Так. Вот гады напали все-таки. Надо бы сваливать разведчиками отсюда. Вот сюда. Все, обломитесь. Так, здесь мы продолжаем исследовать. Смотреть, что кого. Так, здесь. Так, вот сюда. Вы. Вот сюда. Так, вас сюда подвинем. Ну и, соответственно, вот так. Все отлично. А, рабочие наконец-то достроили. И так, тут все занято. Пока вам придется отдохнуть, и вам тоже. Караван. Санкт-Петербург, да? Будешь перевозить пищу.
Здесь у нас Ярославль. Есть возможность построить что там. Например, это у нас будет караван-сарай, маяк, храм, гавань, университет, банк, ветряная мельница. Давайте построим караван-сарай. Пока место. Так, пропускаем ход. Со следующего начнем строительство. Ну давайте восстановимся. Все, вперед, братки. Уже 5 человек в Ярославле набирается. Хорошо. Пищи дофига. То есть есть возможность того, что будем из Ярославля двигать потом еще и пищу в тот же Питер, который у нас вечно голодает. Здесь 4 уже жителя, а тут только 7. Ну, сейчас будет 8. Надеюсь, кто-нибудь уже пересел на золото, на бриллианты. Кстати, надо здесь будет тоже улучшить добычу алмазов. Да, хорошо. Пока все складывается хорошо. Открытые границы? Нет. Открытых границ я никому. О, видали? Гад. Подбирается к нам наш сосед. Устроил здесь полную блокаду воды. Да, уже и хрен проедешь на кораблике. Придется его расстроить. Эти города мы разрушим. Сейчас еще немножечко поднакопим экономических сил. Укрепим Ярославль, поскольку на него может прийтись довольно-таки сильный и мощный удар. Надо еще поставить несколько кораблей, флот. И будем мочить. Так, строительство. Кибузир, давайте пока отдыхать. Вы. Так, строить дорогу. Так, пока пропустим. Здесь тоже дорогу строим. О! При атаке кораблей и при атаке городов. Давайте кораблей. И дальше плывем. Что нам жалко, что ли? Хотя вот здесь надо отлично. Посмотрели. Цейлон. И так, здесь строим дорогу. И здесь строим тоже дорогу. Проект. Москва, что ты нам покажешь? Большой цирк, кстати. Требуются 2 постройки типа арена. Ярославль и Ростов. Так, опера. Стены. Оружие, жандармерия, зоопарк. Давайте оперу построим. Культура, она... Ух ты! Блин, гады убили мне шпиона. Сволочи. Совсем Дарья оборзел. Ладно, подождем. Так, Ростов. Чтобы нам тебе здесь построить амфитеатр, арену. Давайте арену построим, чтобы потом была возможность построить большой цирк. Да, нет, ничего. Нельзя нам делиться ни с чем. Так, давай, друг. Побыстрее. Мы поймали вашего шпиона с поличным и убили его. Опыт подсказывает, что указывает что-то новое из книг гораздо безопасней. Получишь ты у меня, скотина. Получишь. Сейчас я начну скоро строить силы военные. В Ростове начнем строить корабли. А в Москве будем строить обычных вояк. Ну, здесь надо... еще немножечко обычных технологий, типа оружейни, там фабрики построить, поскольку не хватает мне. Рим теряет свою столицу? Нифига себе. Да это же что, с ума сошел? С ума сошел Рим. На халяву захотел. И что, я ей в обмен ничего не даю, а тут на халяву. Видали, да? Так, а чё нам тут
Все-таки Дарья надо побить. Слишком перекрыл мне тут все проходы, выходы. Так, восстановим своих разведчиков. И этих надо бы отправить куда-нибудь. Давай-ка вот так вот. Здесь у нас восстановились аркебузиры. Мы их отправим вот сюда. Блин, до мечников, потом еще нет. Давайте-ка на дежурство. Юниты. Ничего пока не делать. Тоже ничего не делать. Отлично. Уже пошли вдоль индийского полуострова. Так, 4 хода осталось до мельницы, до оперы 3, 2 хода до архитектуры исследования, фабрика через 3, и Ростов скоро нас порадует ареной. Ну что ж, друзья, всем спасибо за внимание, обязательно подписывайтесь, оставляйте комментарии, всем пока!